Добрый день, дорогие друзья. Середина октября, уже холодает, готовимся к зиме и первому снегу. И для хурмы в этом году она будет зимовать у меня на улице, в таких грядках с керамзитом, о которых будет отдельное видео на канале. Думаю, в ближайшие пару месяцев я его смонтирую и выложу. А сейчас я хотел вам показать, как я сделал укрытие на зиму для хурмы. Смотрим. Вот я сделал такой каркас. Ну, немножко по грядке это отдельно. То есть это просто здесь углублено, выкопана яма длиной порядка 11 метров. Туда уложен. Стенки сделаны из необрезной доски, 20-дюймовка. Выложено спанбондом, чтобы земля не ссыпалась. А внутрь засыпан керамзит. В керамзите уже непосредственно находятся горшки с саженцами. Ну, в этом видео я хочу вам показать, каким образом сделал я каркас. То есть это 3 метра доска. Таким образом я его соорудил. Ну, как пришло в голову сделать, так и сделал. То есть я ничего не умудрялся, никаких чертежей, как вот шло, так и делал. Ну, получилось вот таким образом. Дерево предварительно обработал сенежем, чтобы не гнило. Здесь осталось теперь только укрыть. Ну, дальше пойдут еще два таких этих участка укрытия, да? Вот один, первый. Дальше у меня посажена павловня. Вот эти я, скорее всего, уберу. Дальше посажен орех. Туда до конца, а в самом начале это ранетка. Вот до ранетки я здесь еще размещу, я думаю, две получится. Две вот таких вот конструкции для утепления. Но здесь немножко не рассчитал по размеру. Надо будет этот момент учесть в следующий раз, чтобы не попадало на горшочки. Ну а так, вот так вот получается. Как накрою спанбондом, это будет следующее видео. Я просто в этот раз не планировал накрывать спанбондом, поэтому смонтирую из нескольких видео. Установим вторую трехметровую конструкцию для утепления на зиму. Вот так это выглядит. Сейчас две штуки вместе. Сейчас буду делать третью. Здесь участок небольшой, всего 2 метра. Сейчас померяю, посмотрю, как это, сколько потребуется. Как это выглядит со стороны. Установил третью, короткую, 2 метра 24 сантиметра, конструкцию для укрытия на зиму. Вот так получилось. Все три, передние 2 по 3 метра, это 2 24, 2 метра 24 сантиметра. Еще в следующий раз я это дело уже укрою на зиму. Ну а вот так это выглядит уже укрытое. Не успел я снять, когда это было сделано сразу, не получилось. Но вот через некоторое время, когда уже пошел снег, я снимаю и показываю, как это выглядит уже в зимний период времени. То есть я просто сделал, накрыл спанбондом и к этим брускам прикрутил такие колышки, чтобы ветром не снесло, не сдувало. Вот так это выглядит. Это зимина укрытая. Ну а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. Просто пишите комментарии. До встречи в новых видео на канале. Пока!